Добрый день, дорогая церковь. Добрый день, дорогие крещаемые. Сегодня действительно самый прекрасный день, наверное, в вашей жизни. Второй после вашего дня рождения, сегодня мы об этом еще не говорим. Сегодня тот день, когда вы заключаете завет с Богом, становясь его детьми. И перед тем, как мы будем приступать к самому священному действию, давайте совершим молитву и попросим, чтобы Господь наш, Отец Небесный, сошел на это место Духом Своим Святым и благословил всех вас. Молимся. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за великую милость к нам. Спасибо, что Ты, Бог, заключаешь завет с нами, с Твоими детьми. Спасибо Тебе за все. Мы просим Бога в Своей Святой, сядь сейчас на единое место и благослови каждого из нас. Аминь. Возвращаясь к теме важности и значимости сегодняшнего дня, могу сказать, что переоценить сегодняшний день просто невозможно. И он действительно является вторым по значимости после вашего дня рождения. Вот сегодня по факту второй день рождения, но он же в Господе Иисусе Христе. К этому дню мы долго готовились. Готовились вы, готовились ваши пастыря, диакона. Вы проходили наставничество. Вы готовили свои сердца и вели себя в чистоте и святости. Как правило, в старой песне, этот день мы приближали как могли. И он, слава Богу, наступил. Сегодня, заключая завет с Господом, вы становитесь его детьми, а он становится вашим небесным Отцом. Что же говорит об этом Святое Писание? 1 Петра, 3 глава, 21 стих. Так и ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты, а мытья, на обещание Богу доброй совести, спасая воскресением Иисуса Христа. Так что же, что такое водное крещение? Как говорит Святое Писание, это не гигиеническая процедура и не какое-то омовение. Это священнодействие, если хотите, это таинство, заключение завета между Господом и человеком. Что в данном случае является вода? Прообраз Божьего Слова, которое, попадая внутрь человека, вымывает всю заскорузлость, все те грехи, которые собрали из жизни человека до того момента, пока он не покаялся, и закрепляет эту чистоту в этом человеке. Что такое еще вода? В данном случае она еще является прообразом погребения. В этом погребении остается тот ветхий человек, который жил раньше, до Христа, и рождается новое творение, светлое, чистое, как ваша одежда праведности, но уже для Господа Иисуса Христа. Но все это возможно только по вашей вере. Потому что каждый человек, который приходит к Господу, заключает с ним завет свой вот в этой воде, в баптистерии, для того, чтобы принять Господа своим защитником, спасителем, для того, чтобы принять водное крещение, ему задается вопрос, верующий в Господа Иисуса Христа. И я знаю, что вы веруете, и что эти прекрасные одежды на вас сегодня не просто для какого-то красивого действия, а по вашей вере. Что еще такой вопрос задается? Еще задается вопрос, обещающий служить Господу чистой и доброй совести до конца своих дней. И это тоже очень важно. Потому что любить Господа, быть с Ним в завете и не быть в служении просто невозможно. Для чего нам нужно служение? Во-первых, это полезно для нас самих. Оно открывает нас уйму даров и талантов, которые заложил Господь в нас изначально, но не дремали до того момента, пока вы не начнете служить. Второе, что делает? Служение для человека. Оно дает возможность состояться в Господе и исполнить Его святую волю. Но самое главное, что делает служение в жизни каждого человека, верующего в служение? Это то, что оно не дает угаснуть тому любви, тому огню любви, первой любви Господу, которая возжигается во время крещения. И дает возможность воспринимать все Божие благословения не как данность, не как должное, а как великую благодать. То, что вы стоите сейчас здесь, это далеко не случайность. Это молитвенный труд многих и многих людей, которые в свое время молились за вас, брали посты, вымаливали. Потом тех людей, которые служили вам, подготавливали вас к водному крещению и дали возможность дойти до сегодняшнего дня. И вот это день, как я говорю, наступил. Сегодня вы заключаете завет с Господом. Сегодня вы принимаете водное крещение. И уже с сегодняшнего дня вы можете служить Господу. Служить Господу. Ну а ваши пастора, ваши диакона помогут вам с выбором служений. У нас много служений. И поверьте, вы можете даже найти какое-то свое служение, и изобретите которое, какое-нибудь особое. Мы всегда открыты для таких вещей. Служите Господу, и вы получите от этого огромнейшее удовольствие. И также порадуйте сердце Небесного Отца. Добрые друзья. И перед тем, как мы перейдем непосредственно к самому служению, я хочу рассказать, как оно будет происходить. Во-первых, воду зайдут. Сначала мы сделаем все-таки фотографию. Мы сделаем с вами фотографию общую, которая будет красивой и улыбающейся. После в воду зайдут пастыря. Они совершат молитву.
и после этой молитвы вы сможете потихонечку спускаться к ним. Есть в воде ваш пастырь, подойдите к своему пастырю. Нет вашего пастыря, подойдите к любому пастырю, а подойдя, встаньте с правой стороны. Сложите руки на груди крестиком, ножки поставьте вместе. Рука пастыря ляжет поверх вашей руки, одна, а вторая будет обращена в небеса. В этот момент будет сделана еще одна фотография, которая уже пойдет в ваш личный архив. Потом, после служения, вы сможете ее скачать на сайте нашей церкви, раздел «Добрый пастор» из архива. Вот на этой фотографии, какими вы хотите быть, такими будьте. Хотите быть серьезными? Будьте серьезными. Хотите быть веселыми? Будьте веселыми. Потом вам будут заданы два важных вопроса. Веруешь ли ты в Господа Иисуса Христа, как своего спасителя? Правильно это знаете? Конечно же, верую, да, абсолютно верно, это общественное понятие. Обещаешь ли служить ему в чистой доброй совести до конца своих дней? Абсолютно верно, это вы скажете, мои друзья. Ну вот, после будет сказано, на основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь здесь ключевое слово по двум вопросам. Во-первых, аминь – это по-гречески, да будет так, вы провозглашаете это в свою жизнь. А во-вторых, на этом слове вы затаите дыхание, и пастырь ненадолго погрузит вас под воду. Очень большая просьба, не сопротивляйтесь. Не отставляйте ногу назад, дабы не было борьбы в воде. Вы знаете, в вашей жизни ничего не угрожает. По статистике, ни один вещаемый за 2000 лет не был утоплен. Я не думаю, что он будет. Наши пастыря не первый раз это делают, и вашей жизни не угрожает ничего. Единственное, о чем хочу сказать. Если у вас есть какие-то вопросы со спиной, вы не можете прогибаться навзничь, то вы шепните об этом пастырю, когда будете говорить. И пастырь поможет вам максимально низко присесть, так что вода сомкнулась над вами. И точно так же быстро вернет вас к вертикальному положению. Друзья мои, у вас есть какие-нибудь вопросы? Нету. Нет никаких вопросов. Вот и прекрасно. Пастыря, прошу вас за фотографию. Сергей Валерьевич. Ми славу тебе величаємо, дякуємо тебе за цей день, дякуємо тебе за кожного, хто сьогодні буде хреститися і просимо. Благослови, Господи, кожну людину, благослови це хрещення, освяти цю воду і нехай твоя воля вам на сьогодні збудеться. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Перед тим, що проходити. Веруешь ли в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Да. Обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Своего Спасителя? Вера. Обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Верующий в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, обещающий служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни, на основе вашей веры и вашего обещания, крестим вас Боги во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Верующий в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни, на основе вашей веры и вашего обещания, крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Верующий в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни, на основе вашей веры и вашего обещания, крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Верующий в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Верующий в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя, обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Да. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Thank you.
веруешь ли в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Веруешь ли в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? Да. Обещаешь ли служить Ему в чистой и доброй совести до конца своей жизни? Обещаю. На основе вашей веры и вашего обещания крестим вас в воде во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Пусть Твоя милость, защита, Господь, будет над ними. Во имя Иисуса Христа. Аминь.